Страшно. Нет, все в порядке. Как мило. Тебе холодно, Соф? Не волнуйся. Скоро ты будешь теплее и безопасности. Если, конечно, пройдешь испытание. Нам нужна от тебя всего одна маленькая вещь. Ты готова? Я не знаю, Мишель. Да, готова. За деревьями, выложен камнями, есть место, где бродят демоны, отлиты из крови и жертвы. Думаешь войти? Подумай дважды. Боль постигнет тех, кто презирает, но не тех, кто присягнул на верность. Так преклони же свое колено, чтобы спасти свою душу, иначе же станешь подконтрольным демоном. Не передумала? Все, что тебе нужно, это войти в круг и принести в жертву частичку себя. Тогда ты сможешь стать одной из нас. Даже не пытайся нас обмануть. Мы узнаем, если ты будешь врать. Режь. Есть кто? Мишель? Кэти? Это вы? Хватит вам, можете выходить уже. Включаю же фары. Нет. Я хочу еще послушать, как она кричит.
Софи? В лесу слишком страшно для тебя, не так ли? Хватит, Кейт. Ладно, поехали. Вот черт. Она действительно это сделала.